С начала апреля в Североказахстанской области начнется пожароопасный период. Спасатели напоминают североказахстанцам о правилах пожарной безопасности в весенне-летний сезон. В 2023 году на территории области произошло 27 лесных пожаров на общей площади более 78 гектаров. Материальный ущерб превысил 15 миллионов тенге. Наибольшее количество пожаров приходится на земли Государственного лесного фонда. Также в прошлом году зафиксировано более 30 степных пожаров. Общая площадь составила более 2000 гектаров. Важно помнить о правилах сжигания сухой травы и мусора. Делать это необходимо в безветренную погоду, на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. После схода снежного покрова увеличивается количество выездов на загорание сухой травы и камыша. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям нашего города, нашей области, о том, что нельзя бесконтрольно сжигать сухую траву, сжигание сухой травы и мусора производить строго в соответствии с правилами пожарной безопасности. Если возгорание сухостоя все же произошло и огонь стал быстро распространяться, необходимо немедленно обратиться за помощью по номерам 101 или 112. Что касается бытовых пожаров, то с начала текущего года на территории области зафиксировано 111 случаев возгорания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост их числа на 14%. К сожалению, у нас в огне погибло 8 человек, получили травмы различной степени тяжести 21 человек, из них 5 детей. Материальный ущерб от пожаров составил более 47 миллионов тенге. Следует отметить, что 71% пожаров приходится у нас на жилой сектор, это у нас 79 пожаров. Большое внимание сотрудники департамента уделяют профилактическим мероприятиям. С начала года проведены обходы более 22 тысяч жилых домов. Распространено свыше 35 тысяч памяток. В средствах массовой информации опубликовано 517 материалов. 54 интерактивных и открытых уроков проведено в учебных заведениях области. Валерия Филатова, Шерния Асиманов, МТРК.